Приветствую вас! Сегодня у меня новиночка, обновляющий пилинг для лица Novage. Что такое пилинг? Пилинг равно отшелушивание. Да, отшелушивание – это важнейшая процедура, при помощи которой мы очищаем, убираем наши мертвые клетки, тем самым следующие косметические продукты, сыворотки, крема, они проникают вглубь, и они реально работают. Если нет отшелушивания, нету вот этого обновления клеток, а клеточки лежат мертвым слоем, то, соответственно, дряблый вид, неровная кожа и наши продукты, косметические средства, это просто мы выкидываем деньги на ветер. Отшелушивание у нас будет механическое, это при помощи специальных аппаратов, это скрабирование и есть пилинги при помощи кислот. И давайте вместе с вами разберемся, что такое кислоты, почему сейчас идет мега-тренд, и все стараются переходить на уходовые средства с фруктовыми кислотами, HA, BHA кислотами. Почему это так важно? Разбираемся. Прежде всего, нужно понять, что механический пилинг, скрабирование, это, вот знаете, как вот взяли, пошкрябали и убрали вот так вот грязный слой, да, ну и немножечко компоненты немножечко смягчили, но мы сдираем кожу, да. А что делают кислоты? Кислоты – это не мгновенное действие, потому что их содержание, прежде всего, это минимальное, чтобы не травмировать вашу кожу, ни в коем случае не навредить вашей чувствительной коже. Да, это кислоты, которые медленно, комфортно, они начинают растворять ваши мертвые клеточки. Гликолевая кислота – это одна из самых высокоэффективных AHA кислот. Почему? Потому что она низкомолекулярна. Это означает, что она проникает в самый глубь эпидермиса и растворяет мертвые чешуйки, убирая их с поверхности, помогая отшелушиванию. Она содержится в сахарном тростнике и в зеленом винограде. А гликолевая кислота также способна уменьшить гиперпигментацию нашей кожи. Салициловая кислота регулирует выделение подкожного сала, она улучшает микроциркуляцию кожи, а это очень важно, когда у вас жирная комбинированная кожа. Почему? Потому что она склонна к куперозу и нарушению проблем вот этих кровотоков. А салициловая кислота с этим справляется и самое-самое классное. Почему она важна в нашем отшелушивании? Потому что когда HA кислота проникла глубоко благодаря своей мелкомолекулярной массе, а далее она ведет за собой салициловую кислоту, где салициловая кислота начинает растворять жир, вот этот жир подкожный. То есть если с крабиком мы вот так вот сошкрябали нашу мертвую клеточку, да, ну и немножечко вложили компонентами, то при помощи длительного воздействия и проникновения вглубь салициловой кислоты она начинает растворять и вытягивать черные точки, всякие вот эту грязь, жир. И тем самым у вас происходит мягкое, комфортное, безболезненное отшелушивание кожи. И эффект потрясающий, эффект на лице. И если вы обладательница жирной комбинированной кожи, то вот этот эдемный пилинг – это средство, которое должно быть у всех. Кроме того, BHA кислоты – это производные аспирина, которые способны снять воспаление, покраснение на вашей коже, что очень эффективно, если у вас акне и угревая сыпь. Новейшие исследования экстракта граната показали, что он может быть одним из наиболее мощных и естественных борцов против морщин. Он предотвращает образование ферментов, которые разрушают коллаген в зрелой коже. Также экстракт граната увеличивает производство проколлагена фибробластами кожи. Под этим видео будет ссылочка. Перейдите, почитайте, подробно изучите про HA, BHA кислоты, салициловую кислоту, про энзимы граната, которые потрясающе действуют на вашу кожу. Изучите эту тему, она очень важна. Скраб стоит 860 рублей со скидкой 689, минус 20% скидка VIP-клиента, если у вас ее нет. Также ссылочка внизу, почитайте подробнее. Если вы посмотрите аналоги с таким же составом, гликолевой кислотой, салициловой, HA, BHA кислоты, еще там есть энзимы, то эти пилинги стоят от 1000 рублей до 15 тысяч. Это комплексные системы по эдемному пилингу. Посмотрите, сравните цены. Как часто им пользоваться? 1-2 раза в неделю, через 2-3 дня. Вы можете чередовать. То есть ни в коем случае не надо делать процедуру скрабирования, потом эдемный пилинг. Вы делаете, например, либо скрабирование, либо энзимный пилинг, можете чередовать их как-то, можете потом масочку нанести. Какой минус пилинга? Это воздействие 20 минут.
крабиком, вы же побежали, быстренько джик-джик-джик-джик-джик, все потерли, сделали свои все процедуры, то как действует вот этот вот пилинг? Сначала нужно очистить ваше лицо, потом нанести тоненький, ни в коем случае не как маска, а тончайший слой этого пилинга, и начинают кислоты работать. После этого через 20 минут вы идете в душ, делаете свои обычные процедуры. А если хотите усилить эффект, то еще в течение минутки немножко нанесли водичкой и поскрабировали ваше лицо, тем самым сделали скатку. По ощущениям, мягкое, комфортное отшелушивание, чистая кожа, суженные поры. И такое ощущение, что я не делала никаких процедур по отшелушиванию, имеется в виду травмирование. То есть как будто я нанесла крем, моей коже комфортно, мягко, но в то же время кожа моя чистая. Всем рекомендую, обязательно обратите внимание на этот продукт. И он мега экономный, потому что, еще раз, в отличие от масок, его нужно носить тончайшим слоем, и его здесь 100 мл. Я даже не знаю, когда он у вас закончится. Если вы пробовали этот продукт, обязательно напишите мне внизу в комментариях. Успехов вам! Пока-пока!